чем я занимаюсь. Запрограммировал. Супряня меня модифицировал вчера написанную программу, ну, потому что поспавший. Пришли новые вещи, о программке я расскажу несколько позже. А тут вот у меня на канале резвятся москвичи теми. Теме о шашечке ехать, ну за дело московское аудиосучье, да, просто, ну я просто хочу сказать, что вот здравствуйте, видите, утро темно, что у московских, ну, дебилов, у них все-таки вот как-то неконструктивно мозги построены. Вот показать кадров, секунду, они вместо того, чтобы делать что-то полезное, будут гадить постоянно. То есть идется в крайнем случае споровать там и это самое. Вся энергия уходит на разрушение, а не на созидание. Мне тут уже набросали просто диких комментов такого плана. Изобретатель, вот мы бредим. Причем этот чувак, вот чувак, он имеет канал. Арчер, то есть его нас зовут по-другому. Сейчас скажу, у него есть канал. И это он вот заходит под чужим ником, то есть вполне как бы заинтересованный чувак, видно, он не допил рассол. Вот он залез посрать, то есть в отличие от людей, которые пишут песни класс, там прочее. То есть вот эти люди залазят на канал, погадить, посрать, как бы, ну то есть просто. Я удивляюсь, как они занимаются музыкой, искусством. То есть, поэтому у них ничего не получается, что они такие вот, ну, можно сказать, в душе подонки, да. Вот он, кадр-то, сейчас Арчер 7. Вот он. Ну, короче. Вот чувачок. И вот он под ником Лев Гуров залазит. Строитель ламповых корректоров. Продавец винтажного говна, ламповый аудиорай, ну то есть люди, которые навяливают технологии там, хер знает, уже давно уже почившие в ВОЗе, потому что сейчас технология модная, вот вся технология уменьшается, то есть вот эти люди продолжают навяливать о том, что в музыке ничего нет, нигде ничего нового нет. Звезды, блин, нашивского вот это для радио, это все херня, это антенна сделана такая для этих самых, ну, взамен вот такой вот эксперимент. Ну то есть, короче, продолжать даже не хочу вообще. Вот такие приколы, вот такое вино с фамильных виноградников. Двойной фильтрат, вот как виноград дальневосточный, он какой ведущий, натурпродукт. О, и плевали мы на путиноидов с подставами. Вот он, дальневосточный гектар. Вот он еще гектар. Ну скромно, $100 бутылка, 5500 рублей на всем. Заказывай, этого года урожая, раз в 3-4 года бывает, поэтому так и ценят. Сейчас у нас осветление идет, и потом через 2 недели будет уже первого года. Год, если оно достоит, оно будет выглядеть примерно вот так. Ну, конечно, бутылка не наша, надо свою сделать. Ну, пока разбиваем, что действительно урожай прошлого 2016-го. Последняя бутылка сейчас. Все остальное разучили. Так что продукты не... Причем пробовали у нас японские.